Что здесь происходит, я вам скажу, это влог. У вас же бывает дни, когда вот вы просыпаетесь, вам в голову что-то дают, и вы такие, это обязательно надо сделать. Вот у меня сегодня так со влогом случилось. Я решила, что обязательно мне надо вам снять привет. Так что никаких подлогов по времени и дате. Вот 27 января, четверг. Да блин! Хова. 28 января, пятница. Помогай другим. Это дозаправка на конюшню, она едет со мной. Я очень надеюсь, что Нескафе свяжется со мной и заплатит мне за рекламную интеграцию. А еще у меня вот с 2018 года, с момента Хуршова, лежит вот этот вот вальтрап, и я его, ну, ни разу не пользовала. Ну, все, короче, хватит уже жить синдромом отложенной жизни. Сегодня он тоже едет со мной на конюшню. И вот эта вот попона, которую мне дарил тренер, и я тоже ее не пользовала с 2019 года. А вот эту вот уздечку я хочу с нее снять налобник, потому что у нее порван капсуль. Потому что вот это я тоже давно собиралась сделать. Девушка, не рассчитывайте попасть в этот пакет и поехать со мной на конюшню. Сегодня вы доводите отца. Да, отца. Так, метеоролог Соня дает свою сводку. Погода хорошая. Очевидно, полевая. Но подштанники я все равно надела. Вот он несется, пакетик. Погода по-прежнему в моих глазах полевая. Сейчас Юлю на парковке найду и погоним. Я Юле пакетик. Погода полевая? Достаточно. А ты оператор, ты в курсе этих прекрасных выездов в поля? А за городом зима, зима, зима. Там! И уносят меня, и уносят меня. Вот эти вот кони. Юля, поставь это, у нас интеграция на Нескафе. Ни слова больше. Ой, интеграция упала. А еще я ненавижу собирать и разбирать уздечки, поэтому эту ответственнейшую миссию на себя берет Юля. Эксплуатация Юли. Рабского труда. А, ну да, нормально. Вот эта вот уздулька, она с Роном с момента его заездки. Вот это вот. И ее бы уже 10 тысяч раз надо поменять и выкинуть, но вот... Ну вот я 100% уверена, что у вас есть такие вещи, которые, ну, вы не можете выкинуть, и они вот с вами, она максимально функциональна, она меня ни разу не подводила, в отличие вот от вот этого вот всего вот дерьмеца Вальхаузеновского. Я надеюсь, они мне заплатят за интеграцию, ну, которая разорвалась после первого использования. А так, вот сейчас мы ее проапгрейдим, и я еще 10 тысяч лет к ней буду ездить, вот. Туздулька-то проапгрейжена, сейчас я ее чем-нибудь помажу. Возможно. И будет очень красиво, очень хорошо. Я сейчас зайду в конюшню, Оля убирается. Я вот 100% знаю, что она будет говорить: не снимай меня, я лохматая. А так я красотка. А, да. То есть тебя сегодня можно снимать? Да, не вопрос. А что, у тебя глаз отек из-за нервного тика? Да, потому что на этой неделе у меня убежали кони. На этой неделе у меня веселый Роня. Что у меня еще на этой неделе было? Все она сейчас приедет. Копилки привезли. Что еще? Это была тирада на 30 минут. Я что-нибудь вырежу, извини. Пленка кончилась. Роня, пойдем в поля съездим. Погода-то располагает. Слушай, ну как хочешь, у меня выходной. Так что придется скакать. Ой, какой ты красивый, какие у тебя капельки. Макросъемку. Будем делать макросъемку? Вот такую макросъемочку. Я должна была сделать это еще в 2018 году, аккурат после хот-шоу. Но сейчас январь 2022 года. И время пришло. Та-дам! Поскачем. Надо скакать. Роня, он идеально подходит под твой цвет глаз. Нет? Не берешь? У меня, правда, на нем кот успел пролежать. Но я думаю, это не испортит вообще картины. А, Фридочка, я вам сеночку принесла. Смотрите, какое красивое. Да, у коней украла, у таких вот.
Отведаете чуть-чуть? О! Реализуем проект «Капуста». Не то чтобы я хотела переодеваться там в бриджи какие-то. Это вы в своих конно-спортивных клубах там в бриджах, в сапогах. Мы теперь сельские люди. В эскадроне, правда? Оп! И в пикюре тоже. Но проект «Капуста», она выглядит вот так. Ну, я, кажется, готова! Но проект «Капуста» вообще никаким образом не отменяет касочных дел. Никаким образом. Каска – это безопасно и красиво. Особенно, когда твоя лошадь седлается раз в полнолуние. Вот так вот выглядит полный образ Рончика-Пончика. Вот такой вот налобник. Уздечку, конечно, я еще раз сейчас на нее посмотрела, ее надо поменять, но я займусь этим, когда у меня будет неприкрытое желание. Пока у меня нет. Вот такие вот у нас просторы. Тут где-то заяц бежал. Потому что что? Потому что диснеевская принцесса уже выехала обозревать поля свои барские. Господин Рональдо, вы ощущаете себя безопасной лошадью детской? Ну, потому что тебе надо тренироваться, господин Рональдо, быть детской лошадью. А я вообще как бомжара Микантара. Вот в чем приехала, в том и поехала. Я считаю, что этому влогу недостаточно спецэффектов, поэтому сейчас будет. Юля, Юль, сделай спецэффект. Спецэффекты для бедных. Давай еще. Ой, спецэффекты. Все, спецэффект был, чтобы мне никто не говорил, что у меня тут влоги скучные. Очень веселые, видите? Я даже на спецэффект потратилась. Снежок залипушистый. Я уже почти вся мокрая. Погода огонь. Я докаталась, я довольна. Ну вот, случилось то, что случилось. И я даже не упала с тебя. Это просто мой самый страшный сон вот по жизни. Мне позвонил Леша, я взяла, ну, из кармана его пыталась достать. Он упал, мой телефончик, мой Фоша упал, и я вот прямо сиганула вот за ним, как только могла. А сейчас что? А сейчас мне надо как-то залезть на эту лошадь. А со стремени я по ряду таких причин своих физических, ну, сесть могу очень плохо. Сейчас будем пытаться. Туда нам надо. По трекеру посмотрела, 13 километров от дома, блин. Все, конечно, облегчило ситуацию. Надо вот, чтобы он стоял под горой, а я на горе. Вот. Стой, Роми. Ладно, гайс, все неплохо. Мама села. Мам, едет домой на коне. Ну что, уже традиционно, я вся насквозь мокрая. Конь в звездной попоне. Ура, поля состоялись. Ну что, Фрида, за удачные поля? За удачные поля. Бинг.
Короче говоря, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, это поможет продвинуться видео. Поставьте все возможные колокольчики, не забудьте подписаться на канал. Также у нас есть Инстаграм, где я его по-прежнему веду и выкладываю фотографии, иногда постики. Ну и в целом мне было приятно снова снять для вас видео, и я надеюсь, что вам было снова радостно увидеть нас. Я всех люблю, обнимаю, целую и тоже надеюсь на скорую встречу. Всем пока!